All right, let's continue with the study of Joel. Тогда будем продолжать по книге Иуда. Thank you for your interaction. Спасибо за участие в беседе. Verses 21 through 27 of chapter 2. А вторая глава, стихи с 21 по 27. «Не бойся, земля, радуйся, веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь, животные, ибо пастбище пустыни произрастят траву, дерево принесет плод свой, смоковница и виноградная лоза окажут свою силу. И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь и меру, и будет не спосылать вам дождь, ранний дождь, дождь ранний и поздний, как прежде». И наполнится гумно хлебом, и переполнится подточили виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеницы, великое войско мое, которое я послал на вас. До сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки. И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки». So as bad as things were during the whole period of the locust infestation. При всем ужасном положении дел во время нашествия саранчи. God is going to bring great blessing and restoration. Бог говорит, что он восстановит все и принесет своему народу великие благословения. And now we have this wonderful picture in verse 22 of the beasts of the field being well fed. И в 22 стихе говорится о том, что теперь животные на пастбищах будут насыщаться. Agricultural success has returned. Сельское хозяйство снова будет процветать. The drought has broken, so there are all kinds of rains, early and late rains. Говорится о том, что теперь уже не будет засухи, будут разного рода дожди, ранние и поздние. And then what I think is one of the most wonderful promises. И дальше, с моей точки зрения, один из наиболее замечательных обетов. In all the minor prophets. Обетований во всех малых пророках. Verse 25, God says He will make up for the years that the locusts. Записано в 25 стихе это обетование, что Бог воздаст за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеницы. In a literal sense, of course, He means that the crops will return and everything will be okay agriculturally. В буквальном смысле он говорит о том, что с точки зрения сельского хозяйства, с природной точки зрения, все будет хорошо, снова будет все расти и будут обильные урожаи. But I think there is another application we can take from this verse. Но с другой стороны, мне кажется, здесь есть еще и другое применение этого стиха. And that is that there may be times in the life of a believer. Здесь можно подразумевать следующее: в жизни верующего будут времена, when there has been very serious calamity. Времена бедствий и ненастий. Or maybe there have even been times of rebellion. Или протеста даже. And we turn back to the Lord and give Him our full attention. И если мы обращаемся к Богу всем сердцем своим. I don't know if you've ever had times like that in your own walk with the Lord. Не знаю, были ли в вашей христианской жизни такие периоды времени. But there have been times when I have not walked with the Lord as closely as I wish I had. Но у меня, например, было, что я не ходил с Господом так близко, как хотел бы. And then God brings me back to Himself. А потом Бог возвращал меня к себе. It's not that I'm re-saved, it's just that He restores me to intimacy with Himself. Не то чтобы Он заново спасал меня, а просто восстанавливал близкие отношения с собой. And then I will remember Joel chapter 2, verse 25. И вот в такие времена я как раз это 25 стих вспоминаю. He is able to even bring back to me blessing things that I've learned during my period of straying. Он способен воздать нам за те годы, которые мы терпели какие-то бедствия. And bring good out of that. Дать что-то хорошее из чего-то плохого. То есть добро из худа, да? Говорят, нет худа без добра. The Apostle Paul says in Romans 8:28. Апостол Павел в послании к римлянам, в 8 главе 28 стихе говорит, God causes all things to work together for good. Что любящим Бога, действующим по Его изволению, все содействует ко благу. So no matter what is in your background, поэтому, что бы там у вас ни было, в жизни не происходило, what is in your past, в прошлом, God is able to bring blessing to you. Бог способен благословить вас. If you will turn to Him now. Если вы обратитесь к Нему сейчас. There's the promise that God's people will never be put to shame.
Есть также и обетование, что Божий народ не посрамится. And since they have returned to the Lord, they have experienced material blessing. И поскольку они обратились к Богу, они теперь испытывают материальные благословения. But that is just a little taste of the incredible blessings God has planned for His people. Но это всего лишь малая толика невероятных благословений, которые уготованы Богом для своего народа. Because following the material blessings. Поскольку за материальным благословением. Then the day of the Lord will come. Следует день Господень. In all its fullness. А во всей своей полноте. And with that comes great spiritual blessing. И с этим приходит великое духовное благословение. And that is the thought of verses 28 through 32. Именно эта мысль выражена в стихах 28 по 32. See if these verses sound familiar to you from the pages of the New Testament. И опять-таки по мере прочтения вспомните, не напоминают ли вам эти стихи какие-то стихи из Нового Завета. И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, старцам вашим будут снится сны, и юноши ваши будут видеть видение. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего, и покажу знамения на небе и на земле, крови, огонь и столпы дыма. Солнце превратится в тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. Okay, this is a prophecy about what will happen in the last days. Это пророчество о том, что будет происходить в последнее время. The days of the millennial kingdom. Во время тысячелетнего царства. The end times. В конце дней. And во время последних дней. We have a prediction of men and women prophesying in dreams and visions. Здесь дается предсказание о том, что будут пророчествовать сыны и дочери, и будут сниться сны, и будут видеть видения люди. Meteorological phenomenon, as in the weather, and then cosmic phenomenon in the heavens and the earth. Также будут какие-то определенные метеорологические феномены, да, когда будут знамения на небе и на земле и так далее, и космические феномены. Солнце превратится в тьму, и луна в кровь и так далее. And much of this passage is quoted by the Apostle Peter on the day of Pentecost. И вы, наверное, помните, что большую часть из этих слов цитирует апостол Павел в день Пятидесятницы, апостол Петр в день Пятидесятницы. So, is Joel chapter 2 or is the day of Pentecost the fulfillment of Joel chapter 2? Можно ли таким образом утверждать, что день Пятидесятницы есть исполнение Иоиля второй главы? What do you think? С вашей точки зрения. В какой-то степени, наверное, можно. To some extent. Но мне кажется, что это пророчество полностью не исполнилось. But I think it hasn't been fulfilled yet. Excellent. That's exactly what I was going to say. Отлично, именно это я и собирался сказать. So I hope you're right because that's what I think too. Я надеюсь, что вы правы, и я прав, потому что мне тоже так кажется. It is a partial fulfillment. Можно сказать, что это частичное исполнение. And there is going to come in the future the total fulfillment. А в будущем ожидается полное исполнение этого пророчества. But it began to be fulfilled on the day of Pentecost. Но можно сказать, что оно уже начало исполняться в день Пятидесятницы. А вот 29 стих. Verse 29. И также на рабов и на рабынь. Это о ком идет речь? Как это понимать? What does it say in English? In servants or if, yes, or, even or on slaves male or and female servants? Servants. What servants? What servants are meant here? Которые работали при. The literal servants, like slaves, yes, or. Yes, I believe that's a reference to slavery, to those who are in positions of slavery. Да, мне кажется, здесь стоит понимать буквально. Это самые настоящие рабы, которые были в то время как слуги социальные. А как бы, ну, тут почему именно они указываются, это какое-то удивительное. Why are they even mentioned there? I mean, what's the special significance of just? Great question. In any place in the Old Testament, there is no reference to God's Spirit being poured out on servants or slaves. В Ветхом Завете нигде не говорится. It is not mentioned. В Ветхом Завете нигде не говорится, что Дух Господень будет изливаться на рабов и рабынь. So I think this is Joel's way of saying that in the final days. А мне кажется, что здесь Иоиль хочет подчеркнуть, что в последнее время. The social order will still be intact of those who are in power and those who are not in power. Социальный порядок, наверное, будет сохраняться, и будут власть имущие, будут те, кто будет им подчиняться, в некотором смысле But сохраняться. In those days,
everybody will have the same full portion of the Spirit of God. А, но все-таки в этот день Дух зальется на всех одинаково. What a great day that will be. Какой прекрасный день, не так ли? Кто знает? Who knows? Who knows what? Кто знает что? Прекрасный или не прекрасный? Whether it's going to be wonderful or not. Oh, I think it'll be very wonderful when we all have the Spirit and we all prophesy. А я надеюсь, он будет прекрасным, когда на нас изольется Дух, и мы будем пророчествовать. Time of great blessings. Это время великого благословения. Еще вот такой вопрос, 21 по 27 стих. Verses 21 through 27. Какое место в истории Израиля? Какое место что? Да, вот какое время в истории Израиля, какое место вот это может иметь, то есть к чему это относится? What's the time frame in the time of in the history of Israel does it refer to? If we're talking about verses 21 through 27, that is the time of the prophet Joel. Это время, в которое пророчествовал Иоиль. As the material blessing that they experienced in that day. Материальное благословение, которое пришли к ним уже в то время. And then verse 28, it'll come about after this. А вот that's looking at the end times. А с 28 стиха это уже речь идет о будущем. Но как-то тут и вот и после того большой промежуток и после того вот как бы. And verse 28, how does it start in your? And it will come about after this. And it will, yeah, after this. Does that mean there is a huge gap of time between? It doesn't necessarily mean there's a huge gap of time. Это не означает, что пройдет очень много времени. But since Joel and his era did not ever see that, we assume a great period of time. А, но поскольку это не произошло во времена пророка Иоиля, то вот и кажется, что промежуток этот очень большой. There is room to see a gap of thousands of years there. Возможно, тысячи лет. Ну просто как бы за и будет после того, то есть после чего, после предыдущего after события. That, after what? After the previous как бы было event, событие, и после этого события будет следующее what? Событие. Yes. After the material blessings, there will come a time when there will be great spiritual blessings. Это можно трактовать так: после времени материального благословения наступит время, когда будут духовные благословения. But it didn't mean immediately after. Но это не означает сразу же после этого. То есть последовательность: сначала одно, потом другое. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.